Добрий день, дорогі друже. Ти дивишся канал Dreamcar, і сьогодні у нас ще одне архівне відео, знято ще за місяць до початку війни. І пробач одразу, бо воно буде ще мовою, якою ми більше ніколи спілкуватись не будемо. Це останнє відео проєкту «Тачки за кредитний ліміт», в якому ти дізнаєшся, скільки ми грошей вклали в цей проєкт, скільки коштувала нам BMW E30 і чому це остання серія. Тому дивись це відео до кінця і приємного перегляду. В предыдущих серіях Артем і Вадим купили два відра по ціні телефонів для того, щоб устроити ряд соревнований друг з другом. Сняли на них обзори, залили кока-колу вместо масла в мотор Опеля, ожидаемо випустили шатуни наружу, свапнули новий мотор, поїхали на гонку і по возвращению Артем осознав. На Манту обращает внимание намного больше, чем на BMW. И сегодня наша задача это исправить. Я хочу, чтобы все оборачивали голову при виде этой старой BMW. Поэтому добро пожаловать на канал Dreamcar, и это новая серия проекта «Тачки за кредитный лимит». Погнали! Первое, с чего мы начнем наши доработки, это, конечно же, диски. Ведь сам Генри Форд говорил о том, что 70% внешности автомобиля зависит от колес. Нормальные диски поставь, да. Покрышки я уже купил, сейчас едем на шиномонтажку обувать наши новые диски, которые никто из вас еще не видел. После чего нас ждет и болгарка, и сварка, и много чего еще интересного. Поэтому не переключаемся, едем дальше. Ну что, покрышки уже на дисках выглядят максимально жирно, но для того, чтобы их установить на тачку, нужно еще кое-куда заехать и кое-что приобрести. Ладно, погнали. Мы приехали сейчас, так совпало, что мы с Вадимом приехали в одно и то же место, и чисто случайно... В одной и той же машине. Да, но почему? Нужно... Потому что знаете, где BMW? Надо переговорить, потому что Ростик сделал вот так вот. Нет, так это... Это нормально. Погнали. Вадим Валерьевич. Благодарю вас. Так, в общем, мы приехали в одно и то же место, на одной и той же машине. А BMW нет, все по той же причине. Так вот. Артем Владимирович, прошу вас, прошу. Короче, мы приехали на Манте, но вы поняли почему, да? Мы едем. О, да. Главный офис компании Adaptex. Мы на самом деле попросили ребят максимально срочно это сделать. Они сделали это максимально срочно, и теперь месяц в проставке лежат, потому что нам некогда их забрать было. Ой, я проговорился. Ты готов это увидеть? Ляпс! Это... Минус 100 лошадиных сил. Ну, зато бля будет быстрее теперь точно. Ну что, мы приехали в Total Performance для того, чтобы заниматься уже и BMW. Поэтому в Total Performance будут строить не только наш Opel, но еще богоподобную BMW. Вова подготовил самые классные вкусняхи именно для BMW. Привет, Вовчик! Ты готов? Привет. Ты готов резать и пилить? Ой, знакомая тачка. Ребят, кто знает, что за машина? Я думаю, вам она должна быть известна. Вова! Наконец-то! Мы возьмем болгарку. Болгарку будем пилить. Так, где болгарка? Так, где болгарка? Вот болгарка. Вот болгарка. Вот такой прямо? Вот такой прямо. Хорош. Так, сварочник есть, болгарка есть. Да. Ну, в принципе... А как мы вдоль будем пилить? Или поперек. Сейчас решим. Ребят, пишите, вдоль или поперек мы будем резать BMW. Ну, кто еще не догадался, Вова специально для нас сделал обвес. И не простой обвес, а пандем. Поэтому сегодняшняя серия будет посвящена пилению, резанию и сваркой BMW и накидыванием на нее того самого пандема. Поэтому погнали. Кружляю вокруг Романовой тачки, ожидая очереди, когда же BMW заедет, начнем ее заниматься. И что я здесь обнаружил? А то, что Ромчик поставил проставочки. И проставочки поставил тоже Гетман фирмы Adaptex. Это те проставочки, которые мы будем ставить и на BMW. Вот как раз хочу вам показать эти блины громадные, просто невероятные, но достаточно легкие. Это все из алюминия сделано. Ребята из Adaptex находятся в Харькове. Мы уже неоднократно к ним обращались. Они выручали нас с Эклипсом. Там тоже, если помните, мы ставили диски с большим вылетом. Точнее, ставили огромные проставки. В общем, все они сделали на заказ в кратчайшие сроки. И максимально быстро, меньше недели у них это заняло. По нашим индивидуальным параметрам, потому что BMW будет расширяться. Да, вскрываю карты. BMW будет намного шире, чем она сейчас есть. Вова подготовил специальный обвес, так называемый пандем. И для того, чтобы это все гармонично выглядело с моими 17-ми колесами от 911-го Porsche, мы будем ставить вот такие вот штуки. Здесь у нас переход 4 на 100, то, что прикрутится к ступице BMW. Тоже гаечки, болты все в комплекте, ребята нам дали. Здесь на шпильках переход на 5-130, если я не ошибаюсь. Я на самом деле уже забыл, достаточно давно они нам это все сделали. И это все лежало и ждало своего
череда. И на самом деле у Вадима тоже будут проставки, но немножко поменьше. И немножко другие диски будут. Но об этом вы увидите в серии про Opel. А сейчас что? Загоняем BMW и начинаем примерять диски. А потом уже болгарка в руки, а потом может быть и сварка. Поэтому погнали. Вот это переднее левое крыло, там заднее. Сейчас нужно накинуть диски, померить, сколько нам нужно отрезать. И, скорее всего, мы будем вот эти вот пороги снимать, потому что, ну, пандем никак не вяжется к ним, резать пандем не хочется. Короче, чтобы меньше извращаться, мы сюда просто сделаем потом именно пандема оригинальный порожек. А так, я думаю, вот так вот где-то мы будем вырезать. Задний бампер тоже пойдет у нас немножко под нож. У нас тут синий порог. Опа, есть. Итак, друзья, машина у нас оказывается еще немножко синяя. Герметика тут тюбиков 5, наверное, влито. Настало время первой проставочки от Адаптекса, которая займет свое место вот здесь. Вот у нас на передней оси, они немножко поменьше, те проставки. В комплекте у нас есть куча болтов, а потом уже гайки на наши шпильки. Пробуем, примеряем. Так, ну а крепить мы будем все на вот такие вот заклепки, не простые, а винтовые. Вот это вот будет в кузове просверлено отверстие, вот это вот вставляется, а потом закручивается на вот такие вот болтики, иди сюда, вот на такие болтики. То есть все по уму, все будет съемное для того, чтобы уже потом прокрасить, все красиво сделать. То есть сейчас наша задача примерить, понять, что отрезать, отрезать, прикрутить. И я думаю, вообще нержавейка. Нержавеечка, поэтому... Тачка сгниет, а болтики останутся. Так, в общем, мы определили, что будем отрезать. Здесь, значит, вот по краю, здесь по краю идем, по краю. И здесь, наверное, увеличиваем. И начнем пилить где-то вот по кантику. Так вот. Так давай мы сделаем красиво. Вот давай так. Красиво? Да, вот так вот. Ты хочешь? Ну, давай так. И мы бросаемся в костер. Нам и воду не будет жарко. На этом свете нас спасет лишь слово сварка и болгарка. И мы бросаемся в костер. Нам и воду не будет жарко. На этом свете нас спасет лишь слово сварка и болгарка. Слово сварка и болгарка. Есть! Ремкомплект на Opel Manta готов. Кстати, я не скажу, что он очень ржавенький. Обратного пути нет, первая арка отрезана. Ставим сейчас две клепочки, меряем пандем, потом засверливаем все остальные, чтобы аккуратненько это все в натяжечку было и с минимальным зазором. Да? Первая клепочка, погнали. Первое крыло уже на месте. Все примерено, вымерено, отрезано все четко, прикручено. Сейчас будем кататься так, а после чего мы это все, понятное дело, еще доработаем, покрасим. Но как она выглядит, мне уже нравится. Возможно, чуть-чуть машину придется немного опустить. Но... Ну, короче, раз. А здесь пока еще унылое, как говорится, говнецо. Ну что? Сдалека. Ай! Вот это жир! Так, настало время открыть вторую коробочку с проставками. Так, берем поменьше, для того, чтобы поставить на вторую ось. Напоминаю, те, кто забыл или перемотал, сука, видео, это проставочки от Adaptex. Ребята в Харькове находятся, делают вот такие вот ништяки крутые. И обязательно ссылочка на ребят будет в описании к этому видео. Ставим вторую проставку и полетели дальше. Так, еще одна сторона отпилена, да? И что это означает? Берем арочку и to the bin. Это же ремкомплект. Ремкомплект. Или Вадику на манту, либо to the bin. Как говорят, опять же, мать и кормоц. In the bin.
Итак, предварительный этап. Значит, собрали сейчас на саморезах. Эта сторона, конечно, намного быстрее пошла. Короче, собрали на саморезах, чтобы натянуть все, отверстия, чтобы все совпали. И чтобы не мудохаться по 10 раз, не снимать пандем туда-сюда, на саморезы собрали. Сейчас выкручиваем их, просверлим, ставим клепочки и обратно все собираем. Но машина выглядит уже просто охренительно. Ну, как минимум, передняя часть, я считаю, это победа. Ну что, с мордой, если мы закончили, то теперь самое сложное. Что-то сделать с задней частью автомобиля. Там лючок, там двойная арка, внутреннюю нужно будет совмещать с наружной. Короче, сейчас болгарка в руки, отрежем. Я думаю, на сегодня мы с этим закончим. Ой, ну как же круто она выглядит, а? Так, ну, в общем, решили мы вот такой клиренс оставить у тачки. Вова сказал, сейчас зима, чтобы не черкаться. Делаем так. Ну что, друзья, у вас прошло буквально пару секунд этого видео, а у нас целых несколько дней. И я только что заехал в малярочку и прикупил вот в таком жирнющем пакете BMW, лучший выбор. Грунтовочки, красочки, кислотника, герметика, шпаклевки. В общем, минус 1115 гривен, и BMW должна стать немножко подороже и покрасивее. Двигаем к Вове, продолжаем пилить, резать, помажем, покрасим и сделаем уже наконец-таки конфетку из этого куска. Промолчу. На горизонте самолет, это означает, что мы приехали в Total Performance продолжать работу над нашей BMW. Сейчас я попрошу ребят, конечно, мне помочь, я дофига всего купил, но самое главное, это этот восхитительный пакетик. Можешь полезть туда, это, посмотреть? Не горит ли? Сейчас мы смотрим, не горит ли тачка изнутри. Короче, как говорится, говно не тонет, но горит. Я, наверное, займусь порогом. Вот это вот безобразие надо очистить, покрыть кислотником и уже нормальным грунтом и нормальной краской. Так, короче, будем наводить красоту. Болгарка в руки, очки защитные обязательно надо одеть, потому что уеду без глаза. И все, и пилим. Кто бы мог подумать еще год назад, что Хондавод будет спасать BMW 30-ку от свалки. А теперь сижу, пилю, чищу, одеваю очочки и продолжаем. Ну что, крайняя арка на сегодня, да и вообще больше живых не осталось в BMW. Вова начертил уже красоту. Ну что, запускай. Как я режу. Как я люблю резать BMW. Ты этого ждал. Очередной лот. 84-й год. Живая арка от 30-ки, внутренняя. На русском отложить. На русском написано «Родная». Родная. Значит, а тем временем мы слово поменяли с местами. В принципе, закончил. Я сейчас подготовлю все для того, чтобы нанести кислотный грунт, нанести герметик. И, в принципе, можно здесь уже накидывать будет пандем. Поэтому очки одеваем, болгарку в руки и полетели дальше.
Ну что, дело близко. Сейчас вот с этой стороны примерим на саморезике. Потом снимем, заклепочки поставим. Снимем, опять примерим, потом покрасим, потом поставим, и все будет. Так, ну что, пока у нас сохнет герметик, откручиваем пандем спереди, для того, чтобы все покрасить. И, собственно, пороги и пандем. Пандем решили, что будем красить не на машине, хотя так, наверное, немножко было бы лучше, потому что он уже принял свою форму, и ничего не потрескается. Но попробуем, в общем, сделать хорошо, качественно, но сняв это все дело. Заодно прокрасим здесь порог, потому что там тоже есть момент и нюанс. Так, ну что, эпопея с пандемом у нас продолжается, он уже на месте стоит, покрашен, но не окончательно покрашен, но тачка слишком высоко сидит, нужно ее дропать, поэтому я взял пружинки на морду с занижением еще более злы, а сзади, скорее всего, будем просто пилить. Также заехали в Адаптекс, взяли, попросили, ребята, говорю, мне нужен еще один болтик, потому что один мы закосячили. Окей, говорят, ребята, приезжай. Новый, 5 болтов, custom made, by Адаптекс. Спасибо вам, ребята, огромное. Потому что я однозначно где-то еще закосячу что-нибудь. Значит, вот один мы сюда вкрутим в это колесо. И все, сейчас начинаются примерочки под пиво. А, да, еще мы заметили такую штуку, что вот эта вот беда, если вам ее видно внутри, мешает вывороту колеса. Сейчас будем ее отпиливать и отсучим. Я думаю, выворот у нас вернется на место. Ну, как-то так. Продолжаем. Так, заднюю пружину сняли вместе с частью BMW. Она немножко тут рассыпалась. Короче, тут ситуация. Ситуация заключается в том, что стаканчик под нашу пружину выглядит немножко, ну, не очень красиво. Пилим сейчас пружину, а туда просто сделаем вставочку, и все будет зашибись, которая будет направляющая пружина. Да, чашечку. Чашечку. Смотри, какая маленькая. Это как на комфорте. Мы берем, отрезаем пружину, смотрим, какой диаметр нам здесь нужен. Делаем трубу. Трубу привариваем к толстому куску металла. И этот кусок металла мы обвариваем здесь, потому что стаканчик нужно спасать. Вот, тем самым у нас будет направляющая для нашей пружины. Пружина не будет выпадать при разгрузке. И, соответственно, у нас все будет Б безопасно, правильно? Б вот. И А окуденно. Вот такая вот пластиночка будет приварена вот здесь, усилена это все дело. В ней будет еще стаканчик специально сделан, который будет выступать в качестве направляющей для нашей попильной пружины. Короче, все будет надежно и крепко. Значит, пробуем на морду накинуть вот такие пружины. Виток чуть толще, но она значительно короче. Это, судя по всему, с правой стороны. Так что она стояла минус 40, это минус 100 обещает нам. И посмотрим, как она будет на тачке. И от этого будем уже отталкиваться, насколько нам сзади пилить пружины. Потому что ничего пока не понятно. Первый амортизатор с новой пружиной уже залетел. А тем временем тут время обеда. И что тут показывают? Наш видос, как мы ездили в Киев на этих ведрах. Кто не смотрел, ссылочка на него будет вот здесь. Сейчас, значит, мы передние амортизаторы набросили, задние прикрутили, пружины вкинули, уже подпилены, они само собой вываливаются. Мы сейчас все собираем для того, чтобы примерить, насколько по клиренсу мы угадали. Нужно будет еще пилить, не нужно будет еще пилить. Аккуратненько опускаем, после чего уже будем делать площадки для того, чтобы задняя пружина держалась намертво. Ну что, момент истины. Так, в общем, смотрим на результат. Что у нас получилось? Мы отрезали от задних пружин всего-то на все. Вот столечко. Раз и два. Жопа, в принципе, села достаточно неплохо, красиво это все выглядит, с учетом того, что машину еще там забросим докаточку, что-нибудь еще, и все будет четко. По морде она повыше.
Ну, она стала ниже, чем была, но морда у нас выше, чем задница. Вова утверждает, что так и должно быть, да? Для дрифта так и для дрифтунов нужно, чтобы жопа была больше загружена, чтобы было больше зацепа сзади. Я думаю, мы сейчас на этом конфиге остановимся, покатаемся, посмотрим. Сейчас посмотрим, чтобы мы еще не сильно там цепляли все. Ай. Ну, короче, вопросы по выхлопу, не знаю, видно вам или нет, у нас 100% будут. Самая нижняя точка в машине – это резонатор. Его, в принципе, я планировал ликвидировать. Но тут еще вопрос в том, что правая задняя ниже сидит, чем левая. Сейчас посмотрим. Так, в общем, что придумано. Вот такая площадка будет приварена, потом вот это вот распилится пополам на две стороны, вот так вот обварится, и тогда пружина будет стоять здесь, и никуда она не денется. Все, а это будет направляющая. Клац. Угу. Пушка. Все, и она не выпадет при разгрузке. Так, скидываем колеса. В общем, по клиренсу плюс-минус понятно. Оставим как есть, сейчас покатаемся, посмотрим. Передние пружины пока трогать, пилить не будем. Они пожестче, они пониже. Но я бы, конечно, еще ее дропнул. Но впереди зима, на зиму клиренс все-таки нужен немножко повыше. Покатаемся так, потом, если что, подпилим и передние, и, может быть, еще немножко задние на лето, чтобы было ниже. И, наверное, все-таки попросим Adaptex сделать нам еще проставочку поверх этой. Еще накинем, ну, сантиметра полтора-два, я думаю, чтобы было вообще пушечка. Вот, все для того, чтобы пружина не выпала. Здесь все усиленно проварено, потому что вот эта конструкция, конечно, за 37 лет устала. В общем, сделали вот такой сейчас длины. Если будет где-то что-то теряться, упираться, потом просто подрежем. Но уже померили, здесь все четенько. Что с этой стороны, у нас плюс-минус то же самое. Единственное, возник нюанс, что у нас пружина почему-то немножко уже справа сзади. Поэтому мы просто сделали... Мы просто сделали вот здесь вот такие распилы, сделали, придали конусность этой всей конструкции. Сейчас обварим, все будет четенько. Вот так вот. Пороги сохнут, я добрался до спойлера, сейчас его закреплю, но смотрю, что крепился ранее он на саморезы, такого я не допущу, поэтому, как и пандем, будем крепить на вот такие вот заклепки. Нужно рассверлить, поставить заклепку и потом уже будем прикручивать вот такими вот болтиками. Я думаю, так будет надежнее, красивее и на самом деле правильнее, потому что саморезы, ну, камон, давайте оставим саморезы и стяжки для японских автомобилей. Ракета готова, пороги на месте, спойлер мы прилепили. В общем, сейчас выезжаем к нашему монтажеру, отдаем ему карточку, пускай монтирует и делаем для вас крутейшие подсъемы уже готовой тачки. Ну, как готовой, там еще покрасим ее в дальнейшем, еще много чего сделаем, но, в принципе, промежуточный результат уже можно будет посмотреть. Поэтому погнали, крутые нарезочки. Перед тим, як я розповів вам, скільки коштував нам всього проєкт BMW E30 і чому це остання серія проєкту, я хочу вам нагадати, що в нашому інстаграм-аккаунті саме зараз у вас є можливість абсолютно безкоштовно забрати цей BMW X5. Всього-навсього вам потрібно підписатися на всі наші підписки. Їх всього 88, але зараз 87, бо основна сторінка Dreamcar.ua в інстаграмі заблокована цією клятою руснею, але зараз не про це. Коротше, всі подробиці за посиланням, але цього разу у вас, окрім безкоштовної можливості забрати цей BMW X5, є можливість збільшити 200-х русньових солдатиків. Яким чином? Ми зараз збираємо на 3 ударних безпілотники. У вас є можливість задонатити від 100 гривень. Це дає вам додатковий шанс отримати BMW X5, а нашим хлопцям можливість скидувати бомбочки на цих підарасів. Так що приходьте за цим посиланням і давайте всім удачі. І зараз ми беремо в руки калькулятор і рахуємо, скільки коштував E30 і...
чему остальная серия. Итак, подведем итоги. Сколько стоила внешность этого автомобиля на данном этапе? Понятное дело, впереди еще много чего нас ждет интересного. Это и покраска, это и выворот, ручник. В общем, обо всем по порядку. Но сейчас я беру телефон в руки, открываю свою табличку, где я записал все, буквально все, до копеечки стоимости проделанных работ и того, что мы покупали на эту машину. Итак, поехали. Первое, что я купил, это диски. Диски от Porsche 911. Обошлись они мне всего-навсего 250 баксов. Да, едем дальше. Резина. Следующий пункт. Резину я брал зимнюю сразу же для того, чтобы зимой наваливать на лето. Еще не покупал. Короче, ближе к делу. $140 стоила резина китайская. Практически новая резина с пробегом порядка 500 км. Размером 215, 45, 17. Проставки с болтами и гайками от Adaptex. $380. Иди сюда. И еще один момент, чуть не забыл. Огромное спасибо Владу. Это поза прошлый владелец BMW, который подогнал нам вот этот вот спойлер и еще кучу запчастей, которые у него оставались. Влад, еще раз спасибо тебе огромное. Ты крутой парень. И еще мы поменяли на этой BMW пружины. Обошлись они мне $60. Понятно, это бушные пружины. Нам пришлось их еще пилить, несмотря на то, что это было максимальное занижение. Подходим к самому интересному. Пандем. В круг этот обвес стоит $600. Краска, грунт, кислотник, герметик. Еще накидываем $50. Итого $1420 стоило вот это вот преображение. Но тут я бы хотел отметить один момент. То, что не за все я платил. Допустим, проставки от Adaptex — это вклад от компании Adaptex в этот проект. Поэтому огромное спасибо я хочу выразить ребятам и напомнить еще раз, что ссылочку на них вы найдете в описании к этому видео. Итак, ребята сэкономили мне $380. Пандем, $600 я тоже за него не платил. Огромное спасибо Вове из Total Performance за то, что сделал это все мне с огромнейшей скидкой. И обошлось мне все это добро всего-то в $100. Чисто на материалы, на вискарик. Ну, в общем, спасибо тебе огромное. Ребят, кому нужна хорошая проверенная станция, если вам нужно корч построить, либо вам нужно просто обслужить свою гражданскую машину, go в описании, ссылочку на Total Performance вы найдете там. Наш рекомендацион. Рекомендуем одним словом Вовчика. В общем, ты топ. И если вот это все прокалькулировать и понять, сколько мы платили, сколько не платили, это все действие обошлось мне всего-то навсего в $540. Напомню, что тачку купил я за $2300, $200 обошлось переоформление и там кое-какие мутки, потому что мотор, как вы понимаете, здесь не родной, свапнутый, короче, не об этом. Добавляем сюда еще 540, в итоге мы получаем $3040, это того, что мы заплатили за нее. Если бы кто-то со стороны пришел, то это бы обошлось в $3920 вместе с тачкой. А теперь давайте вместе откроем Авторио или там RST, OLX, чем вы там любите пользоваться, и подберем какую-нибудь тачку, которая в этом бы бюджете, там в $3000-$4000, была такой же офигительной и такой же яркой тачкой, на которую будут все обращать внимание, как эта тридцатка. Напишите в комментариях свой вариант, какую бы тачку вы купили за эти бабки. Или вообще что-то сравнится с тридцаткой в пандеме в этом бюджете. Тем более, что тачка максимально веселая. Тут уже, если сейчас мы пустим проводки, либо вы уже проводки видели, боевых шрамов на ней уже хватает. Потому что мы заварили редуктор и поехали сразу же в бой месить снег на дорогах нашего города. Точнее, нет, на закрытых площадках. Тачка-пушка, но как-то вот сердечко хондовода немножко разделилось. Нравится мне, сука, BMW теперь? Вот теперь я ушел. Так сталося, що це відео було записано ще за 20 днів до початку повномасштабної війни в Україні. І з перших днів війни вся команда DreamCar допомагає нашим Збройним силам. І багато машин ми вже передали, передаємо, багато коптерів і іншого стафу. І BMW не стала виключенням. Ми теж передали її на ЗСУ в перші дні війни. Тачка їздила по Харкову і по Харківській області джевелінами і валіла на раз-два ці кляті хлопці. Але так сталося, що в один день її побила дуже сильно осколками, але виконувала свої завдання. Але одного разу щось пішло не так. Після нічного полювання на орків бієць не справився з керуванням авто, бо якась вирішила з правого ряду на виключених світлофорах повернути наліво. Він об'їжджав цю бабінь, ми її знаємо, знайдемо обов'язково. Його поставила і він розвалив нашу BMW. Сам потрапив в лікарню, зробили йому операцію, але він живий.
І зараз він їздить на манті. От це прикол! Манта теж вже прийняла трохи інший облік, вона вже в камуфляжі їздить. Багато хто може сказати, що наші хлопці доб***ались. Але ми знаємо точно, є відеопруфи, які ми не зможемо вам показати. Є причини на то. А тачки більше нема, але людина жива. Дуже важко з одного боку втратити проєкт, в який ми вклали душу, але це просто залізо, яке, тим не менш, дало нам дуже багато емоцій. Ми дуже кайфанули від всього проєкту, від цієї тачки. І вона багато кому подобалась. В неї були свої фанати, як нашої конкретно BMW E30, так і всіх інших BMW E30. І зараз я хочу сказати пару слів про нашого друга, який був фанатом BMW. Людина з великої букви, яку ми, на жаль, втратили. Це людина, яку знають всі в автоспорті. Як в тайм-атакі, так і в дрифті. Це голос українського дрифту. Жека Перепілюс. Привет, подписчики, с вами инспектор дрифта. Порше, это Порше Жига. Чуваки, блядь, серьезно, ебать. Я вас обожаю, блядь, спасибо. Ебать. Тим, хто відбув дрімоту, спокійно сна. А вийшов, є. Ви ж яка фунточка. Ми в Кирилловке. Привет, я Женя Перепілюс. Обратимся к ней меньшинствам. Обалденно! Ротор, живи, пожалуйста. Это мой год, я родился в год тигра, поэтому ну, я в этом году собираюсь разорвать все, что в этом мире возможно. Ну и вот, случилось, что случилось, но ничего страшного. Я считаю, что и так хорошо. Спасибо, до свидания. Друже, знай, нам дуже тебе не вистачає. Ми дуже тебе любимо і завжди будемо тебе пам'ятати. І я хочу, щоб якнаймога менше людей ми втрачали. Бо кожен з нас щось втратив. Хтось втратив автівку, хтось житло, а хтось найголовніше – своїх близьких та рідних. Тому прошу кожного з вас зробити все можливе для того, щоб найскоріше ця війна закінчилася. Допомагайте ЗСУ, допомагайте близьким, допомагайте людям. А їбучих окупантів їбашнями. У мене все.